Счетная палата Дагестана выявила ряд нарушений при капитальном ремонте школ. В основном это некачественное выполнение всех предусмотренных работ и завышение стоимости на материалы и услуги в отчетной документации. Об этом председателю правительства Абдулмуслиму Абдулмуслимову рассказал руководитель Счетной палаты Республики Билал Джахпаров. Решено, что первый доклад о промежуточных итогах мониторинга будет представлен правительству Республики 15 августа и окончательный 25 августа. Посмотрите, пожалуйста, фундаменты. Фундаменты. Потому что многие главы не обращают внимания на состояние фундаментов. И практически там, когда сантиметр 20-30 лопаткой берешь, там вытаскиваешь грунт, там смотришь, фундамента практически нету такого. Поэтому я вас попрошу, вот этот фундамент тоже посмотрите, кровлю тоже посмотрите. Крепкий фундамент, крепкие стены. Крепкие стены и кровля хорошая, ничего протекать не будет. И вот состояние спортзала и блоков пищеблоков, да, пищеблоков, потому что в пищеблоках, вы знаете, бывает тоже скопление детей.